ремонт той же дороги. Это будем на 1 600 000. В прошлом году в конкурсе по благоустройству территориальное общественное самоуправление 4-го комплекса выиграло 2 гранта. И теперь эти средства пойдут на облагораживание участка вдоль проспекта Мусы-Джалиля. Отремонтируют прилегающую дорогу, а в сквере будет 3 зоны. Это будет спортивная игровая зона, зона отдыха и литературный дворик непосредственно, где будет установлена сцена, значит, скамеечки и столики для чтения книг. В управляющей компании с началом двухмесячника по наведению порядка решили ликвидировать все заброшенные участки. Сквер в 4-м комплексе тоже был бесхозным. Сегодня мы находимся на таком белом пятне, где он и не в нашу территорию не входит и остается всегда неубранным. Свой выходной приводит парк в порядок дворники гарант-сервиса. Вышли и жители дома 4-5А. Вита Чичурина признается, ей надоело наблюдать из своего окна безобразные сцены и горы мусора. Парк был очень неухоженный, было очень много темных мест, кустов нестриженных, особенно вот там были кусты сирени, это было ужасно. Лавочек очень много было, пьяные собирались. Сейчас все это ликвидировано, слава богу. Литературный дворик в течение 1-2 месяцев обретет планируемый облик, уверены строители. Как и в том, что этот проект вновь победит в городском конкурсе по благоустройству территорий. Лилия Денисова, Алексей Шатунов, эфир 24.